Телеканал КРТ представляє. Хочу акцентировать внимание телезрителей на конкретный протест в Минске касательно вот женщин в белом против насилия. Видите, насколько там серьезный такой протест женщин в белом. Обратите внимание, что ну, действительно такой протест женщин в белом, и как бы очень сложно что-то возразить. А что тут такого может быть плохого, если просто женщины одевают белую одежду и выходят против того, чтобы было какое-то полицейское насилие? Поэтому давайте просто я хочу, чтобы мне студия сейчас поставила еще уже кубинских женщин в белом, для того, чтобы мы тоже могли примерно понять, где у нас конкретно еще проходят подобные акции женщин в белом. Вот именно эти женщины в белом выступают против режима Фиделя Кастро. Если вот вы думаете, что на этом обрывается цепочка совпадений, так я, собственно, здесь не согласен, потому что я хочу попросить студию показать женщин в белом уже в Венесуэле. Дамас де Бланка, так сказать, понимаете? И здесь, оказывается, в Венесуэле против Мадуро выходят тоже женщины в белом. И я уверен, что они тоже выступают против насилия. Особенно со стороны правоохранительных органов. Какое-то, знаете, интересное совпадение. И если вот даже вот это, вот знаете, три подряд совпадения, чтобы было вот максимально красиво, я хочу продемонстрировать сразу четвертое совпадение. И поэтому прошу студию показать женщин в белом, конкретно в Никарагуа уже, вы представляете? Ну, то у них есть, вообще там проблемы тоже с белой одеждой. Эти какие-то несобранные Никарагуа. И я уверен, что в Никарагуа женщины тоже выступают против насилия. Если вот просто объединить вот этих всех женщин в белом, то у них есть единый знаменатель. Это страны, которые не подчиняются напрямую внешней политики Соединенных Штатов Америки. Ну и, естественно, блока НАТО. По удивительной случайности. А вот, Александр, как вы думаете, действительно ли, может, все-таки случайно вот этих вот четыре разных страны, которые ведут независимую внешнюю политику, и в этих всех четырех странах почему-то женщины в белом против насилия? Это не кажется, что это расизм какой-то, да? Вот женщины в белом. Что это вот позволяет? Это все юрничание. Мы сами все понимаем, все прекрасно понимаем, что это организовано все экспортерами демократии. Они еще со времен президента Гарри Трумана решили, что у них есть такое право, американского президента Гарри Трумана, решили, что у них есть такое право экспортировать свой образ жизни, свою демократию в другие страны. Но то и дело, что они не совсем свой образ жизни и свою демократию экспортируют, потому что там, где они появляются, ну, я не припомню ни одного примера, чтобы уровень жизни где-то вырос. Вот как вы думаете, почему технологии, вот в счет раз, не меняются? По сути, вот сколько уже лет вот эти технологии условно используются в других странах, то есть, ну не знаю, ну хотя бы женщины в красном, или женщины в синем, или там женщины в фиолетовом. Почему именно, знаете, в одной стране, в другой стране, в третьей стране женщины в белом? То есть что за мувитон? Неужели у них никакой экспрессии нету, там творческого коллектива какого-то? Правильно. Вот почему-то? Вот, правильно, Дмитрий, вы ставите этот вопрос. Потому что я вообще вот разделяю мнение нашей молодежи. Наша молодежь всегда выступает за что-то новое, модное, прогрессивное. А тут, извините меня, одна и та же методичка идет из десятилетия в десятилетие, можно уже так сказать. Можно сказать, мы эта должны методичка требовать пережила даже изменений в методичке. Мы должны требовать, чтобы она была более модная, молодежная, прогрессивная и стильная. Извините меня, что это такое? Почему белые? Вот это расизм. Если мы уже начинаем поднимать вопрос о том, что люди должны стремиться к всему новому, хорошему, стильному, молодежному, конечно же, то тогда мы должны это переносить и на нашу жизнь. Не только менять iPhone раз в год, когда выходит новый, но также менять жену, собаку, соседей. Пол тоже в тренде. И пол.